Ну, я не скажу, что мы проиграли в бою. Мне кажется, боролись все до последнего. Не хватило где-то, я думаю, немного фарта, немного везения. В общем, показывали хорошую игру, я думаю, сегодня. Ну, не повезло, не повезло. Ну, что, жизнь продолжается. А вообще впечатление о полностью о серии, все-таки 7 матчей? Ну, Фати довольно-таки сильный соперник. Силы были равны. Я говорю, где-то немного не повезло, и вот результат очевиден. Ну, несколько другая Уфа была, да? Наверное, такой вообще в этой серии не было. То есть до этого играли в такой открытый хоккей, больше команды, а сегодня Уфа закрылась так, что просто полотно все. Конечно, настрой был другой, мне кажется, на этот матч, так как счет в серии был 3-3. Все, я думаю, пацаны, и мы, и уфимские, отдавали последние силы, чтобы выйти дальше. Очень напряженная серия. Обе команды боролись, обе команды хотели победить. В сегодняшнем матче, в определяющем, мы оказались сильнее. У меня все. Я хочу поблагодарить ребят за самоотверженность, за самоотдачу и за то, что играли сегодня до конца. У меня все. Well, I very much like the way we started the game, the first period. Хороший был начало, первый период хорошо отыграли. Started training camp. The idea of shooting pucks and going to the net, and for whatever reason we stopped shooting pucks, and that's how games change. И мы сначала с тренировочного лагеря, у нас была идея, чтобы бросать на ворота, идти на ворота. Почему-то мы перестали во втором это делать и отдали инициативу. But in seven games, one goal is going to be the difference, and that's what happened tonight. В серии до 7 побед один гол стал разницей. Если вопрос Алексей Безенко, Спортэкспресс. Владимир Владимирович, у вас по ходу серии появились в лазарете травмированные, тем не менее, вы еще оставались и Кубачев, и Квашин. Вы все-таки верили вот в тот костяк, который выходил все эти игры? Ну, вы знаете, вообще, наверное, последние два месяца мы работали в режиме форсажа. Сначала нам надо было попасть, закрепиться в восьмерке, потом занять более высокое место. Потом очень тяжелые матчи плей-офф. Просто те, кто больше играл, наверное, и хорошо, в общем, то, что у нас есть резерв. Я думаю, что нам где-то придется, ну, ребята, они тоже готовятся, они тренируются. Для нас, конечно, большая потеря Хлыстов и Сапрыкин. Очень жалко, что хороший плей-офф на игроки получили травмы. Но молодцы ребята, и молодые сражались, и, в общем-то, вся команда, и ветераны. И, конечно, мы сражались с единой командой. Это очень важно. Я думаю, что именно этому, поэтому нам удалось выиграть. Ну да, у нас есть... Сколько у нас дней, скажите, пожалуйста? На третий не играл уже, да? Получается, 8-го. Да, немножечко нам надо восстановиться, разобрать игру соперника, хотя этот соперник нам хорошо достаточно знаком, да? Да, восстановить силы и готовиться к следующим играм. Спасибо.